Ваш вопрос проистекает из действительно текста в устной Торе, в Мидрашах, про некую силу духовную, как Малах, как ангел, которого, конечно, направляет и управляет ей Всевышний, Творец мира, и который называется в Торе Кетев Мерери, вы правильно написали это, мы встречаем его в главе Гаазину, предпоследняя глава Торы, пятикнижия, книги Дворим, предпоследняя глава, Гаазину, посмотрите, там упомянут Кетев Мерери, и по контексту видно, что речь идет о тяжелом состоянии в народе и о том, что состояние, которое мы опишем этими двумя словами, среди прочих там тоже есть аналоги тяжелого состояния нашего народа, там написано «кетев мерери», то, что вы спрашиваете, и означает «кетев», это значит сжатие, давление, а «мерери» – «марор», горечь. Пасхальный седер, мы говорим «песах», «маца», «марор», мы едим горькие травы, «мерери» – это горечь. То есть состояние сжатия духовными силами тебя сжимает и ощущение горечи. О чем идет речь? И причем здесь Тамуз, Аф и Тевет. Эти три месяца, в которых у нас посты в связи с разрушением храма, Иерусалима и храма. Есть логика в них, и здесь не место сейчас все это разбирать, но прежде чем говорить про Кетев Мерери и про духовную силу, связанную с давлением и горечью, сначала поймем и увидим корень ситуации. Давайте разберем по очереди. Хронологически была осада Иерусалима. Это первый уровень трагедии. Это произошло в месяце Тевет. И у нас есть пост 10-го Тевет. Потом силы, которые осаждали город, проломили стену, защищающую Иерусалим. Это 17-го Тамуза. И потом есть день, тяжелейший день в нашем календаре, разрушение храма. Это 9 ава. Но это все то, что произошло. А какие духовные корни этого? Разберем, что произошло 10-го Тевета с точки зрения духовных корней. Это в этот день наши учителя вынуждены были завершить, они какое-то время этим занимались, завершить перевод Торы, перевод Торы на греческий язык. Их заставили под страхом смерти, 70 человек было, их посадили в одиночные камеры, чтобы убедиться, что они переводят по-разному. Но с помощью Всевышнего они перевели все одинаково, и себя они утешали тем, что перевод поможет доказать уже распространяющиеся тогда, это было второй век до новой эры, идея против Торы, уже как бы идеологической войне, доказать, насколько неправы все эти философы и так далее, что все наоборот так, как наши учителя учат. То есть они хотели хорошего. Но все-таки нельзя было переводить. Когда мы переводим Тору на другой язык, и Танах, Тору и Танах на другой язык, мы даем негативным силам в мире, которые нужны для того, чтобы у нас была свобода выбора между хорошим и плохим, мы даем им укрепляться. Потому что тогда, как будто бы, получив перевод, они лучше разбираются, и смогут проникать в наше сознание, в наше сердце, в голову, в сердце проникать и впрыскивать ядовитые идеи, которые против Торы, против Всевышнего. В этом опасность перевода. Если бы они тогда не перевели, я не знаю, что было бы дальше, этого если в истории нету, мы не знаем,
Но, в принципе, надо было держаться максимально долго, чтобы не переводить. А в идеале лучше бы до сих пор мы никогда не переводили Тору и Танах. И только для тех, кто учится внутри этого всего, они могли бы это изучать. Потому что перевод на другой язык очень ослабляет нас. И, соответственно, это был как пролом, как нас окружили. Нас блокада, блокада города Иерусалим. Это 10-го Тевета, когда был закончен, не в тот год, конечно, но в ту дату, когда был закончен перевод на греческий язык. Потом 17-го Тамуза, это сломали стену Иерусалима. А что произошло в духовном плане 17-го Тамуза? Опять не в тот же год. Это разрушение храма, а это выход, исход из Египта. Мы были, стояли у горы Синай, прошло почти 40 дней после получения Торы, и нас поставили перед выбором поступить правильно или хорошо. И дали возможность всему нашему народу увидеть на небе лежащего, умершего, мертвого Моше Рабейну. И вот тогда у нас был выбор, отбросить это все или поверить в это и усомниться в том, что Моше Рабейну и Всевышний приведут нас в Эрец Исраэль. Народ, или там часть народа, сейчас неважно, выбрали второй вариант. Они усомнились. Вот это сомнение, это произошло 17-го Тамуза. В реалиях был построен золотой телец, и дело не в золоте, и не в деньгах, как это рисует, и не в танцах вокруг золотого тельца, а в сомнении в том, что Всевышний вывел нас для того, чтобы привести в Эрец Исраэль, и чтобы мир был бы исправлен. Вот это сомнение породило в итоге потом разрушение стены Иерусалима и пост 17-го Тамуза. И тяжелый период этого времени. А также 9 Ава, что произошло 9 Ава? Ава, исторически разрушен храм. Но до этого, при выходе, через год после исхода из Египта, отправили вот этих знаменитых 12 разведчиков разведать землю Израиля и принести нам отчет. Мы были тогда в Синайской пустыне. Отчет был дан, земля прекрасная, все очень хорошо. Но не по зубам, как говорится. И это привело к тому, что люди опустили руки. И стали, попали в страшную депрессию, как сегодня модно говорить. И за это заработали, что будет потом реальная причина. Это была нереальная причина. Мы придумали эту депрессию, мы впали неправильно в нее. Тогда заработали то, что в каждый год, 9 Ава, тяжелые дни. В итоге каждый год, и месяц Тамуз, и месяц Ав, и в какой-то степени, но в меньше намного, месяц Тевет, это неудачные месяцы для нашего народа. Это не значит, что только трагедия. Это не значит только плохое, но это значит тяжелое, горечь. И как это в жизни выражается, что в духовных мирах работает некоторая, так сказать, духовная составляющая, которая называется кетов мирири, о котором вы спросили, которая давит на нас, приводит к тяжелой жизни, приводит нас к горечи, к опасности. И поэтому вот эти три недели особенно, от 17-го Тамуза до 9-го Ава, нужно быть осторожными, желательно не ходить в какие-то походы, не совершать действия, которые рискованные и тому подобное, потому что время неудачное, время нехорошее. У нас есть хорошие времена, но этот период нехороший. И поскольку так, значит, нужно быть осторожными. Вот, собственно, больше тут не хочу сказать ничего, не надо нам впадать ни в панику, ни в депрессию, ни во что. А знать надо, что лечение от этого, преодоление этого, усиление изучения Торы, дать больше цдаку, пожертвовать на правильные наши цели, еврейские, изучение Торы, распространение Торы, тому подобное в первую очередь, и так далее. И понимать, что из самого глубокого падения путь только один – подняться вверх.
Поэтому мы отмечаем эти посты и это тяжелое время, но мы про себя думаем, и мы выражаем это в молитве тоже, о подъеме вверх. И так уже несколько тысяч лет, я надеюсь, и все мы надеемся, что это скоро перейдет в один только подъем, в одно только хорошее, и совсем будут другие времена. Всего доброго, до свидания.